что вы поможете Анатолию без... Подойдет, мы сейчас обсудим, я расскажу, оставлю номер, мы сделаем экспертизу, проведем... Да, без денег. Да, ее можно будет. Вы меня понимаете, человек рассчитал это время, мы с 19-го года. Слушайте, я могу Анатолию... Я знаю, что вы говорите, что вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. Психолога, вы должны понять, что там родные, братья и сестры, все равно они должны, дети, так или иначе, может быть, между собой как-то общаться, да? Общаться и с мамой, и с папой где-то. Вам нужно научиться договариваться. Нельзя, знаете, друг друга лупить постоянно, пытаться там кулаками что-то доказать.